Привет, мои любимые подписчики и коллекционеры куколок Лол. У меня сегодня две новые коробочки из третьей серии Low Surprise Фурнитура. Это суперские наборы с самыми популярными куколками Лол вместе с мебелью. Ее можно использовать как для домика Лол, так и просто для игры. Откроем сначала наборчик с куколкой Teacher's Pet. Это куколка из первой серии Лол. Теперь без пленочки очень хорошо видно, насколько яркая и блестящая упаковка. В предыдущей второй серии она была розовенькая, а теперь она голубая. Упаковка выполнена в виде коробочки, а сама коробочка похожа на чемоданчик с ручкой и как будто он закрывается. Открываем крышечку, а здесь находится самая настоящая сценка. И куча-куча пакетиков! Какая классная комнатка! Здесь обозначены места, которые нужно вставить, чтобы сценку зафиксировать. Вау! Это как настоящая комната, целый учебный класс. В самой середине комнаты находится школьная доска. И похоже, кого-то завтра ждет математический тест. А в 2 после полудня будет пицца-пати. Вечеринка с пиццей в пятницу. Школьные часы, креслицы, принадлежности всякие для учебы, линейки, ножницы, карандашики. С этой стороны находится учительское кресло со столом и красненькое яблочко. Вот через эту дверь заходят ученики в класс, шкафчик с книгами и небольшой глобус. И если очень постараться, можно прочитать, что здесь есть книжка с названием «Low Surprise», «Baby Steps» и «Поэзия Биотник». И прямо рядом со шкафчиком находится плакат, на котором написано «Узнайте что-то новое сегодня». А на деревянном полу лежит черно-белый ковер с английским алфавитом. Кстати, на самой крышечке от упаковки тоже маленькая надпись, как будто на клочке бумаги. «I'm proud of you». «Я горжусь тобой». А теперь самое время открыть пакетики. Всего 10 сюрпризов в наборе. На одних пакетах написано «Свирепая ягода», а на других написано BBQT. И еще в наборе идет инструкция. В ней написано, что куколка Teacher's Pet может плеваться и как разместить и собрать все предметы. Откроем сначала ягодные пакетики. В самом большом находится парта. Это небольшой стульчик бежево-синего цвета с черными ножками. Внизу у него розовая подставка. Напишите мне в комментариях, для чего она нужна. Может быть, нужно сюда складывать какие-то принадлежности. А столик здесь открывается. Внутри него небольшая клавиатура и кусочек пиццы. А на экране расположены геометрические фигуры и калькулятор. Поставим парту в самый центр сценки. Во втором большом пакетике. Пакетики все бумажные. А здесь я еще раз завернута в пакетике в бумажку. Это школьная доска. На ней тоже нарисованы геометрические фигуры и формулы. И мне кажется, что этот предмет называется геометрией. Кто-то узнал эти формулы, которые нарисованы на доске? Напишите в комментариях, что можно определить с помощью этих формул. На подставке под доской тоже есть несколько книжек. Одна с цифрами 1, 2, 3. Вторая с буквами ABC. На третьей написано, что это математика. На четвертой QTP. А на пятой написано, что это наука, science. И тоже красное яблочко для перекуса. А с обратной стороны доски нацарапано MC Swag была здесь. Открываем дальше пакетики с принадлежностями. И очки в черной оправе без стекол. Очки для куколки. В следующем пакетике это ее форма школьная. Белая кофточка, черный галстучек и синяя юбка в шотландскую клетку. И посмотрите сейчас на фотографию. Это один из вариантов одежды американских школьников. Дальше открываем. Это кружечка беленькая с синей крышечкой. Еще один пакетик. Это учебник или книжка. На нем нарисованы геометрические фигуры и знаки деления, умножения и сложения. Ее можно сюда повесить. Еще один сюрпризик. Черно-белые кроссовки с носочками.
Дальше линейка. И она со специальной ручкой для куколки, чтобы она могла держать ее в руке. И перейдем к пакетикам Bibi Cutie. Это шкафчик для школьных принадлежностей. Рисунок похож на рисунок на свитере. Нарисован замочек, и он в виде сердца. Откроем его. Сюда можно положить линейку и учебник. И самый-самый последний пакетик. В нем, конечно же, сама куколка. У куколки ярко-голубые, а точнее лазурного цвета глаза. Пурпурные волосы в пучках. И закреплены они голубыми бантиками. Небольшой румянец на щечках. И вся куколка очень аккуратная. С очками ее вид становится сразу умней. И наверняка многие уже перевели ее имя. Teacher's Pet переводится как «любимчик учителей». Это ученик, ведущий себя безупречно и кажущийся умным и утонченным. У этой куколки есть питомец – сова. И зовут его Teacher's Hood. А также маленькая сестренка Lil Teacher's Pet и старшая сестра Class Press. А еще у нее есть братик Smarty Pants. И братик у меня есть в коллекции. И получается вот такой клевый наборчик, посвященный школе. Мы с вами откроем Low Surprise фурнитура, Roller Ring, Roller Drome. На этой коробочке на маленьком стикере написано «Ты потрясающая» и подпись «BB». И сейчас мы откроем и посмотрим, что же здесь. Блестящая ярко-голубая коробочка. Мне они безумно нравятся. И главное, что все сценки складываются обратно в коробочку. Открываем крышечку. Тоже куча пакетиков. Вставляем, чтобы закрепить. В двух местах. Вау! Вот это роллер-дром! Все светится и блестит. Помимо 10 пакетиков, в комплекте находится инструкция и наклеечки. А в инструкции нарисовано, что куколка может плеваться. Ее можно установить на подставку, и она будет вместе с ней крутиться. У нее есть диджейский пульт, шкафчик, где можно хранить вещи. А сейчас мы внимательно рассмотрим роллер-дром. Внизу собирается импровизированная площадка для катание на роликах. С одной стороны видны ступеньки, на которых нарисован магнитофон вместе с колонками. Как же можно кататься на роликах и без музыки? Висят осветительные приборы и диско-шары. Если приглядеться, над дверью написано «Гимназиум». Это гимнастический или спортивный зал. Тут видны несколько ограждений для катающихся. А в этой части прокат роликов, и можно взять подходящие по размеру. В этом наборе пакетики двух видов. Bibi Cutie и свирепая ягода. Я начну открывать самых больших пакетиков. Первым у нас находится сцена. В серединке она очень блестящая, сине-фиолетовая, переливается. Она на серебряном постаменте с серебряными ступеньками. И очень красивый по кругу рисунок с полосками, звездочками. Установим ее в центр. Во втором, самом большом пакетике диджейская стойка. Сюда нужно прикрепить пластинку, и будет слышна музыка. Черная подставка и сам пульт сиреневый. А в третьем пакетике прикрепляем сюда на диджейскую стойку. И еще один пакетик ярко-розовый с голубой дверкой. Шкафчик для вещей. И на нем такой же замочек розовенький в виде сердечка, как и у Teacher's Pet. Это шкафчик из предыдущего набора Teacher's Pet. У него тоже сверху есть такие же 4 углубления, а снизу есть ножки. Значит, их можно устанавливать друг на друга. И тогда получится уже большой шкафчик, высокий, состоящий из двух шкафчиков. И еще один пакетик. Костюмчик для куколки. Это белый топ с голубой курткой и ярко-розовые шорты. Еще пакетик. Голубые ролики с розовыми носками. Открываем. Блестящий диско-шар. А с другой стороны он еще похож на гимнастическую гирю. Вот это место, куда его нужно вешать. Этот пакетик совсем маленький. В нем маленькая розовая соска. В предпоследнем пакетике кружечка беленькая с голубой крышечкой. И вот он, самый последний пакетик, в нем
куколка. У нее ярко-фиолетовые волосы и очень ярко-голубые глаза. Все ее волосы заплетены в такую прическу в виде шишечек на голове. А челка ее – это несколько крошечных кудрей, спадающих на лицо. Мне кажется, что эта соска подходит для их самых младших сестренок. У меня выпала эта пластинка и потерялась в одном из бумажных пакетиков. Это пластинка с изображением куколки Эти из Биби. Наверное, она и исполнительница этой музыки. Пластинку можно установить на диджейский пульт, а сюда поставить куколку. И вот она за диджейским пультом. А теперь установим ее на сцену. И вот как лихо можно кататься. И нам осталось всего лишь наклеить эти наклеечки на шкафчик. Звездочку, череп, маленький кусочек пиццы, молния. А эти две наклеечки я оставлю и, может быть, приклею их на диджейскую стойку. А если мы откроем шкафчик, когда роллер-скейтер покатается и уходит домой, она может оставить в шкафчике свои ролики. Закрываем, и он надежно хранит их под замочком. У этой куколки есть маленькая сестра Лил Роллер Скейтер и питомец Роллер Кит Тен. А еще ее старшая сестра, которую зовут Роллер Чик. Эта куколка одна из, как мне кажется, самых запоминающихся. И такие наборы – это повод для того, чтобы купить куколок в свою коллекцию, если вы не собирали первые серии с куколками LOL Surprise. Вот такие два наборчика мы открыли в этом видео. Мне они оба кажутся классными. Напишите мне в комментариях, какой из наборчиков вам понравился больше. На этом наше видео подошло к концу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пальчик вверх. На этом все. Увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока.